Я думаю, те из вас, кто нашел 15 минут, чтобы посмотреть очередной выпуск Мегадрома, не пожалеют об этом. Еще бы, сегодня вы увидите потрясающие игры для 16 и 32-битных приставок, в числе которых Contra для Мегадрайв и виртуальный полицейский для Сатурна. Doom Troopers или Солдат Судьбы. Так называется наша первая игра. Ничего общего со знаменитым Doom она не имеет. Хотя может исполнение другое, зато смысл тот же. Взяв в руки оружие, вы будете отстаивать свою родную планету от нашествия сил зла. На этот раз всеобщему благополучию угрожает Легион Тьмы. Естественно, что лишь один, но максимум двое смельчаков рискнут сразиться с бесконечными толпами бессердечных злодеев, которые откровенно заявляют, что и следа от людей не останется во вселенной. Если вы с этим согласны, то можете спать спокойно. Если нет, зовите лучшего друга и вперед, в самое пекло последней битвы. Я думаю, все уже поняли, что это за игра стоит у нас на очереди. Это Contra Hard Corps, последний эпизод из знаменитой серии, знакомой многим по 8-битным приставкам, где Contra до сих пор пользуется заслуженной популярностью. Не думаю, что буду большим пророком, если скажу, что эта игра будет одним из хитов сезона. Главное ее достоинство – это огромное разнообразие врагов и боссов, которых вы встретите на своем нелегком пути. Авторам можно отдать наивысшую оценку за фантазию и изобретательность. Посмотрите сами и убедитесь, что это не пустые слова. В начале игры вы сможете выбирать одного из четырех бойцов. Это Рэй и Шина. Обычные люди. Зато их друзей ни с кем не спутаешь. Фанг, Волк, Оборотень и Брауни – маленький юркий киборг. Каждый из них способен нести четыре вида оружия одновременно, а при желании не уступит по мощности артиллерийской батареи. Как видим, 16-битные игры продолжают нас радовать. Приятно, что можно выбирать из такого количества хороших игр. Похоже, наконец, что серия Mega Drive и Super Nintendo окончательно берут вверх. Такой популярности способствует и тот факт, что 16-бит становится все более доступным. Так, фирменная серия Mega Drive в магазине Game World стоит уже 480 тысяч рублей, что гораздо дешевле, чем, скажем, 2 месяца назад. И будем надеяться, что такая тенденция продолжится и в будущем. Какая в прошлом году была самая лучшая игра на Super Nintendo? Правильно, Donkey Kong Country. Мы увидели потрясающую трехмерную графику и услышали невероятный звук. Казалось, что лучше уже быть не может. Все возможности приставки исчерпаны. И Donkey Kong станет лебединой песней 16-битной эры.
Но нет, фирма Rare выпускает зубодробительный боевик Killer Instinct, потрясающий всех фанатов электронных поединков, и вот долгожданное продолжение самой популярной игры 95-го года — Donkey Kong Country 2 — Diddy Kong Quest. Главная звезда здесь малыш Диди Конг, а помогает ему подружка Дикси Конг, обладательница русой косы. А дело им предстоит очень трудное и опасное. На этот раз украдены не какие-нибудь бананы, а сам Донки Конг, любимец игроков всего мира. Похитил его брат главного злодея из первой части, командор Ру. Ему служит целая армия пиратов, кремлингов, злобные осы, дикобразы и много прочей живности. Правда, и у наших героев-друзей тоже добавилось попугай, удав, морские котики, сороконожка. Графика в игре даже превосходит первую часть, а по наворотам далеко ее опережает. Огромное количество тайников, секретных уровней, игровые шоу, встречи с дедушкой, дающей полезные советы, и бабушкой, которая обеспечивает запись текущего состояния игры. В игре более 100 разнообразных уровней. В общем, я уже 2 недели не могу оторваться от приключения Диди Конга. А это, поверьте мне, кое-что да значит. То на Западе уже вовсю хозяйничает техника 32-битная. Хотя по части информации и мы стараемся не отставать. Впереди 3DO, PlayStation и Saturn. Настоящие и будущие видеоигры. Игры-поединки являются такими популярными, то в каждой программе я найду место для игры такого типа. На этот раз обратите внимание на Samurai Showdown — самурайские разборки. Вообще все боевые игры можно разделить на 3 типа. Первый, с рисованными персонажами мультипликационного вида, наиболее ярко представляет Street Fighter 2. Второй, с оцифрованными бойцами, знаком вам по серии Mortal Kombat. И, наконец, третий тип, основоположником которого является Virtual Fighter, стал возможен совсем недавно, с появлением мощных приставок. Но что интересно, с появлением новых типов старые и не думают угасать. Наоборот, все они интенсивно развиваются, и Samurai Shodown яркий тому пример. Действие происходит в 18 веке в Японии, где проводится традиционный турнир, в котором принимают участие как и местные самураи, так и гости со всего света. Причем применение оружия не только не запрещается, но и поощряется. От самурайских мечей до ручных цепов и прочих экзотических вещей. Thank you.
пожалуй, с количеством поединков может поспорить только быстро растущее семейство жанра 3D Action. Вот еще один родственник Дума, созданный специально для Sony PlayStation, Killer the Blood. Captain, data screen shows evidence of survivors on base. Isolate all survivors and watch your backs. All right, men, time to go to work. Heat-seeking missiles approaching at 8 o'clock. Initiate emergency evasion maneuver. Time remaining to impact, 4 seconds. 3 seconds. Evasion maneuver unsuccessful. Protect armor impact defense mode on. ID number A624F. Captain, International Peacekeeping Force, Polar Tactical Operations, White Lightning Team. Objective, Bifloss South Pole Observation Base. Objective, 50 meters directly ahead. Activate Protect Armor Combat Mode. Proceeding toward target entrance. What the? Med mode, on. Здесь гнусные инопланетяне выступают в роли главных врагов. Похоже, никто уже не верит в существование дружелюбных форм. Что ж, придется напяливать пули непробиваемый суперкостюм и двигать в сторону ближайшего рассадника инопланетян. Дом у нас такой, судьба у нас такая. Cartridge secured. Repair part secured. А сейчас мы отправимся в Virtua City, виртуальный город, где двое полицейских лицом к лицу столкнулись с наркобандитами. С вами Virtuacop, виртуальный полицейский. Эта игра была аркадным суперхитом, поэтому Sega не стала медлить с его переводом в формат своего нового детища — приставки Saturn. Как видите, игра представляет собой тир. Что как идея совсем не нова. Вспомним и Lethal Enforcers, и Mad Dog Macri, и прочие игры American Laser Games. Однако Sega удалось сделать большой шаг вперед. Эта игра по-настоящему трехмерна. Здесь на самом деле имеет значение, куда и когда вы попадете в противника. Игра приобретает настоящий объем и увлекает не на шутку. Конечно, никому не удастся справиться с такой оравой вооруженных бандитов без специального оборудования. Вам помогут очки, начиненные электроникой. Они фиксируют цель и автоматически наводят прицел. Ваше дело не медлить, жать на курок. Кстати, виртуальная тема будет продолжена в следующем выпуске, где вы увидите знаменитую игру Virtua Fighter 2.
который многие считают самым крутым трехмерным боевиком. Ну а на сегодня все. Удачи!